На этой неделе специалисты из областной станции переливания крови зовут всех совершеннолетних присоединиться ко всероссийской акции «День донорского совершеннолетия». На протяжении недели для удобства студентов во всех рязанских вузах оборудуют донорские пункты. Почему проводится такая акция? Потому что все-таки донорские кадры должны быть молодые, должно быть постоянное пополнение. А поэтому мы опираемся на молодежь. У нас во всех институтах работают волонтерские бригады. Благодаря этому мероприятию, как надеются медики, тысячи российских студентов смогут впервые стать донорами, а значит, потенциально спасителями жизни больных. Например, студентка Рязанского государственного университета Эльвира впервые пришла на донорский пункт. Да, я пришла первый раз, я очень волнуюсь, честно. Но думаю, что все будет очень хорошо, потому что люди очень доброжелательные, и я верю в то, что я помогаю людям. Вот. Поэтому я в приподнятом настроении. Но думаю, я начинаю свой донорский путь. Помимо студентов, на донорский пункт сегодня пришли и простые горожане, которые не впервые сдают кровь. Просто хочется помогать людям. Я знаю, что многим требуется кровь, и я уже давно этим занимаюсь. Уже вошло в привычку, можно сказать. Мне это нравится. Решил помочь, сделать свой небольшой вклад, как говорится, для здоровья окружающих людей. Напомним, в прошлом году с донорством крови случился малоприятный и столь же малопонятный казус. В некоторых регионах России донорам перестали платить деньги. Когда журналисты и, конечно, сами доноры бросились выяснять, что же случилось, то наткнулись на пафосные заявления чиновников от медицины, что, дескать, сдача крови – дело добровольное, зависит от веления сердца и зова души, ну и так далее. Впрочем, спустя буквально несколько месяцев платное донорство чиновники Минздрава вернули, хотя не исключено, что кто-то на этой ошибочке сильно поднажился. Сейчас каждый донор крови, по словам специалистов областной станции переливания крови, сдает физиологическую дозу 450 мл. За это он получает 2 отгула на работе или учебе. Также сейчас человек, добровольно отдавший кровь медицине, получает либо денежную компенсацию в размере 361 рубль, либо талон на питание в столовую на такую же сумму.